Объект не новый, он уже много-много лет в реконструкции. И сегодня, наверное, мы понимаем, что мы хотим здесь сделать. Это очередной корпус нашего музея. Понятно то, что в этом году, наконец-то, многострадальный ремонт будет завершен. И это здание откроет свои двери для посетителей. Вы, наверное, заметили, что наконец-то и вокруг этого особняка будет порядок, и здесь появится интересный парк, который мы предполагаем открыть в самом начале сентября. Я думаю, он будет также местом, любимым для посещения ярославцев. Сад будет необычный, в сентябре мы все увидим.